Доброго времени суток, здесь ночным гостям нашего канала. С вами Рости, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory. Ну что, ребятки, наступил момент. Мы продолжаем нагружать наши сверхвойска, перекидывать их в сторону столицы Великобритании, для того, чтобы нанести ей сокрушительный удар, выбить ее с всех регионов занимала, но для этого нам нужно будет ходить в столицу. А пока у нас есть все шансы, потому что я думаю, что там, в принципе, бестолковая армия у нее сидит. Флот, я думаю, мы наваляем ему трюнделей по-быстрому, потому что наши линейные корабли будут превосходить по численности и по мощи, чем флот Великобритании. Поэтому я думаю, там у нас проблем не будет. Нужно будет просто вовремя, эффектно высадиться и вальнуть именно столицы. И тогда потеряется контроль здесь, 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 здесь. Хотя же, в принципе, и Британии-то особо не осталось, если так посмотреть. Ну, я их его знаю. Укрепляем наши положения здесь обязательно, потому что Франция может агрессивно себя повести. Вступиться за Британию, Британия будет пытаться бить куда-то сюда, у нас будут везде эти калеки наши. Британия будет бить сюда в ответ обязательно, потому что она не сможет сразу перекинуть свои войска в столицу. А пока мы будем ее держать в осаде, то в любом случае будут попытки выбиться где-то здесь. На столицу они не высадятся, потому что вход у нас будет перекрыт нашим флотом, я думаю. В общем, должно быть интересно. Кстати, если вы не видели первый сезон прохождения, где-то оставлю там подсказку, посмотрите. Новый командир. Угу. Кстати, как я понял, по результатам голосования в подсказке в каком-то там из видео, все выбрали проходить за Швецию. Модификацию поставим, будем потом пробовать за Швецию играть. Ой, ну тут как бы все, я вроде все изучил. Нет, опа. Не все. Видите, как я чуть не попался. Что здесь у нас? Ага. 5, да? О, можем укомплектовать еще дурачков от них. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Выплывай. Заплывай. Есть такое дело. Так, сюда мы один отряд засунем, сюда засунем, это комплектованный. То есть это 6 армий, да? Надо хоть бы, я хочу армий 10, лучше даже 12. Ну так, чтобы на Верочку было, на Веру Петровну было. Но для этого надо обязательно побольше войск. Блин, будет интересно. Я, конечно, не знаю, сработает ли мой план. Британия, войска. Па-па-па-па. Две пушки нанятые, блядь, непонятно где. Даже, блядь, даже за страной папа какая-то республика или Португалия. Да, да. Ну ладно. Пушка и так. Господа офицеры по натянутым нервам. Школы. Все, в Ломбардии теперь будет умное население. Смотри. 2 плюс 2, 3 делать. Чтобы это пустили для школы. Хоп, хей, на ней. Я буду следить за тобой, полковник Беллентайн. Блин, ну, это гарантия. Гарантия, что Испания, Франция. Уведомление. Новый командир ожидает в регионе Батавии, генерал. А вот Черная Стража. Уникальный и самый знаменитый шотландский гвардейский полк. Вот откуда это они появились, как грибы выросли. Цемес будет серьезный, ребята. Серьезный цемес. Что там в Польше? Что там, когда? Когда мы построим... Мы уже построили, да? Ну вот кирасиры, так
такие же, как и гвардейцы. В принципе. Там отряды. Пехота. Измайловские гвардейцы. О, туда мы добавим никого, блять, не буду придумать велосипед, никому его добавлять особо не будем, вот так. Так, тут мы сейчас начнем, сразу запрыгнем. Кто? Только три корабля. За больше кораблей. Больше. Мне не дорого. Так, видите, вот здесь. Хотя весь замес, я, блядь, не помню. Я честно, я не помню, где можно продать высад. Или в Шотландии, или непосредственно на самой столице. Но на самой столице вряд ли, наверное, в Шотландии. Придется с Шотландии идти. Контршпионаж исследований. Чудно. Второй эрик, что тут еще не исследовал. Все, точно все. Еще не пропустил. Опа. Не пропусти. Так. Вот тут, походу, можно высаживаться. Ну, в Эльсе. Там, где есть порт. Вот, походу, порт. Порт есть тут. Значит, мы будем в самой Англии высаживаться. Будем, значит, высаживаться в самой... Что тут? Отряды. Мало мамлюков. Хотя мамлюков хватит. Хватит, наверное. Что-то типа такого сделаем. Испания, вон, по чуть-чуть к нам питает надежду, но я на них обижен. Стёк. Так. Сейчас будут бестолково деньги платить. Надо, короче, по-быстрому их куда-то влить. Деньги, как все сейчас. Значит, давайте консульство пока начнем строить. Силезия. Давайте куда-то вливать деньги, потому что сейчас как пойдет этот, скажите мне, как сейчас пойдут бабло с их столковыми союзами. Но это, наверное, союз будет последний. Союз будет крайний. Больше союза с Британией не будет. Да, вот. Идет у нас последний бестолковый союз. Все равно, блядь, максим. Количество денег. Все равно. Так. Тоф. Раз. Рис. Тупо нашпиговал, конечно, конница. Неправильно. Неправильное расположение войск. Блин, ребят, извините. Люди добрые. Так, отряд. Есть такое дело. Туда его добавим вот так. Давайте хорошо немножко. Так, ладно, им сделаем и так. Будут. Так, отряд еще убойный. Так, там у нас производится экспансия сейчас. А что бы сделать? Так, деньги идут уже в никуда. Давайте, наверное, купим у Великобритании территорию за 22 тысячи. Ради бога, хотя бы даже 25. Да, конечно, с одной стороны, это нелогично, это неправильно, то, что я своего будущего врага, с которым я планирую воевать на территории его столицы, спонсирую деньгами. Ребят, ну это же игра, это Imperial Glory, поэтому можно простить. Можно простить. Меня интересует акватория, которая находится между Уэльсом и Шотландией. Я не вижу, что там происходит. Может, там стоит большой флот или большая армия. Надо туда закинуть на свои корабли. Надо туда закинуть свои корабли. 11 ходов. 11 ходов в Великобритании мы не сможем ей валять пиздюлей, потому что мы будем с ним право прохода есть. Вот так вот мы сделаем. Вот так. А у вас мы перекинем всех вот сюда. А потом мы свои корабли, загруженные сюда, вы тут чуть-чуть повоюете. Вот если выживет, вернется, кому как повезет. Так, короче, будет 8 армий. Ты сюда вычухиваешь и валишь. Здесь что?
Здесь у нас готовый отряд. Готовый отряд. Блин, ну сейчас, конечно, как начну войну. Вот посмотрите, как просто охренеть, как упадет параметр еды, провизии. Это будет очень жестко. Так, эти территории у нас, три территории остались беззащитны. Беззащитны. Стерлин, забудь, конечно же. Здесь. Здесь. Что мы можем здесь? Тут у нас ни хрена нет, мы тут ни хрена не можем. Делать вот так. Это что вообще, Ломбардия? Львецкая республика, при этом через тебя перекидывать. Ну ладно, давай, погнали. Шигородских. Чи. Чи. И вот эти. И колечко вот это возьми. Колечко вам много покушать расскажет. Вам хватит. Следующее. Кобых. Тоже туда. Вот эти. Хотя бы по отряду. А жду это. Чтобы вот эти монстры с французскими вольтижерами. Где вы, блядь, взяли? Купили у них, что ли? Не, а. Оберст Давидович. Оберст. Я вам дам. И оберста, и по оберсту получите у меня. Что здесь? Отряды, кавалерия. Тут что-то можно строить, все равно тухленько. Очень тухленько. Очень и очень. Совершать ход. Госпиталь. 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 Новый командир. Генерал Борисов. Это хорошо, генерал Борисов. Это чудесно. Кстати, а если ты грузишь войска на корабль, то они еще больше взрывут, чем на суше. Ну, логично, провизия этого увеличивается. По идее. В Минске аналог. В Курске что-то там, я не знаю, что строил. Порт какой-то. Да, все, вот у нас сейчас мы начинаем потихонечку закидывать Испанию своими консульствами, посольствами, блядь, и потом на бац и Франция станет. Чего, блядь, чего там вообще? Ну, Испания может не успеть поучаствовать, конечно, в заварушке с Британией. Хотя уже в принципе, Британию уже можно даже с ней не воевать, потому что я могу ее просто купить. Просто купить. Любых из них я могу просто купить. Всех. То есть они себя ничего не представляют. Я могу Францию только бестолковую купить эту территорию. Я могу всю выкупить у Британии, кроме оставить ее гребаный остров и прийти просто на остров, ее вольнуть и закончить его. Но я хочу, ну, точнее, даже не так, ребят, сформулировал. Раньше был смысл, когда у Британии была куча всего, был смысл ее лупануть и чтобы она потеряла контроль над своими территориями. А сейчас-то у нее и территории-то толком не осталось. Вот мне нравится, как в резервации живут австрийцы. Живут себе, да и все. И нет у них ничего. И ничего им не надо. Скажем так. Они и не против. Живут себе, да и живут. Шоу. Спасибо, что живой. Конечно, по такому принципу уже существует. Также из Британии. Вот это можно купить, вот это можно купить. И все. Воевать с кем? Это неинтересно. Мы же все-таки пришли сюда не покупать, а повоевать. Поэтому хочу дать вам экшона. Немного. Хочу вам дать немного экшона.
совершенно похоже. Еда начинает проседать. 97 тысяч, видите, уже не 99,9. Лезь, Пьемонт. Вы такими стройки века пошли. Луплю все, что вижу, то и луплю. Кстати, действительно, мне вот эту территорию, и вообще вот это мне все не нужно здесь будет, вот эти вот все бомжи все. А ну-ка, попросить территорию, это сколько, 26 тысяч, а тебе 30. Опа-па. О, то есть это, ой, не-не-не-не-не-не, отдать. Попросить вот эту, давай, ладно, только сегодня, 35 даю. Согласен. Все. Все. Это была последняя территория, которую мы у них покупаем. Значит, сейчас наши войска дружненько переходят вот сюда. Бандиты. Тут между вами я оставлю. Так, ты. Можно так как-то что-нибудь такое придумать. Дальше пока нельзя, да? Ну жалко, 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 жалко. Что здесь по отрядам? Почему никто не производится? Почему? Почему у нас простой идет? Куда дальше Британии бежать, я не знаю. Четыре Кастилия. Да вы шо, можешь сейчас еще и выстрелить, что мы их это... Блять, не верю, ребята, не верю. Это в прошлый раз тоже поднялось уже больше 80, и потом они стали Францией. Британия пошла, да. На территории союзника пошли, деваться больше некуда. Пересечение границы Испании, пожалуйста, проходи. Военную помощь государству. Военную помощь. Вот. Россия хочет. Коалиция. Мир. Войну. Так, ладно. Я предлагаю военную помощь. За 500 копеек силы, что я предоставляю. Ну вот, к примеру, вот этих пацанов всех даю. Что ты скажешь? Согласен. Забирай все новых построек. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А где же, нигде не появились. Интересно, просто посмотри, как это выглядит. И... Может, они в этом у них появятся? Не знаю. Интересно, кстати. Очень даже. Очень даже интересно. Ага. В Папской Республике у нас тут еще есть скрытая угроза, скрытый козырь, так сказать. Блядь, еще одна у кого-нибудь достраивается. Хорошо. А, так, сюда. Сюда. А тут оголил, да? Непорядок.
Что тут у нас? Готовы орлы умирать за свою родину нового отряда? Еще пушки один ход, хорошо. Здесь еще готов. Шикарненько. Выходим. И будем потихоньку. Ич. Так, ну тут у нас все понятно. С этим тоже все понятно. Еще, короче, один отряд. Какой-то один отряд, может где-то по пути подобрать. Каких-то там, блядь, олухов собрать. Давай, короче, Святослав еще подберет. Когда мы выпускаем, давайте там... А, ну да, пока не пишешь. По тихой грусти начнем туда подниматься. Ребята, к гадалке просто не ходить, просто к гадалке не ходить. Австрия, Франция, сразу война. Сразу же. Это точно. Так, ну тут все. Тут уже точно все исследовано. Возвращаемся во вторую эру. Я тут не исследовал еще что. Вот это что. Ученый рынок. Это хорошо. Ученые рынки. Это хорошо. Так. Пушки есть. Да. Давайте потихонечку поплынем. Завершаем ход. Завершаем еще ход. Британия растягивает свои войска к себе на это, я вижу. Ух ты! Ракетницы! Британия, видите, уже как уже вывела хорошие войска. Такая же хрень была. Знаете, где такая хрень была? Такая хрень была в прошлом прохождении. Австрия, Испания. Хорошо. В прошлом прохождении была такая же хрень, что Британия к моменту, когда я собирался уже нападать, то есть что сейчас будет, блядь, замес жесткий. В Британии тоже вот вылезла такая хрень, что из ниоткуда начали появляться элитные войска. Здесь что-то не доучил. Повышает уровень опыта всех на разумных даже до среднего. Отлично. То, что доктор прописал. Вот. И тогда тоже была такая хрень, в общем, ребятки. Что. Из ниоткуда, чем ближе я подбирался к Британии своими войсками, у них, точнее, они начали ликвидировать хрен знает откуда элитные войска. То есть их не было, были обоссанные пушки, дебилы с палками, тут пияк. Стоят там какие-то егеря, суперпушки там. Скажем так, эта игра, к этому нужно быть готовым. Логики здесь искать не нужно, или справедливости какой-то. Если вы пришли в Империгуэль за справедливостью, то это явно не игра. Явно. Сейчас. Смотрим. Смотрим, ребята, там же момент истины близок. Я или охеренно запарю, и меня отбросит намного назад, или это будет изи капка.
Так, господин, сделав это последнее достижение, вы добрались до самого верха деревьев технологии республика, с всеми знаниями, которые позволяют вам достичь цели полного господства в Европе и Северной Африке. Отныне все ваши очки исследования будут обмениваться на золото. Я все изучил, я молодец. Вот такая вот херня моя. А, да, бачите, это, короче, мне можно высаживаться только в Шотландии. Вот, я вспомнил, в чем была моя беда. Я сейчас смогу высадить только 3 отряда. Британия на следующий ход по мне даст в ответку. Я должен буду отбиться. Потом высадить новые отряды. Пока эти новые отряды будут перезассоциировать туда к ним на... скажите. Пока я буду их перекидывать в столицу, там будут появляться бестолковые отряды из ниоткуда. Как она будет точно, я вспомнил. Ну ничего, ничего. Это будет интересно. Так, здесь мы как-то надо... Пока завершаем. Вот. Интересно, мозг компьютера, который играет за Британию, понимает, что сейчас, короче, будет, блядь, страшно. Или не понимает. Что сейчас ему будет кобздец. Я хочу... вот этих кинуть сюда, посмотреть, где тут можно высадиться. Может, я не с той стороны подплыл? Франция или купила территорию Британии, или напала, не пойму. Пока не пойму. Британия стягивает флот тоже. Уведомление. После долгого периода плодотворного сотрудничества регион Испания стал частью нашей империи. В знак доброй воли ваши новые подданные шлют вам привет, блядь, да шлют. 15 тысяч, короче, хорошо. Все ясненько. Вот и... и все превратились в этих... с вами понятно. Улучшен академия, с вами тоже понятно, но вас отсюда выкинуть. Что тут у тебя? Забирай адекватов. Так, как-то. Как-то так. Так, здание. У-у-у, тут работы, ребята. Да, вон оно. Вижу тех хлопцев, за которых мы с вами говорили. Вижу. Так. Отряды. Офицеры. Хотя бы пару полковников. Ну так. Можем усилиться туда, да? А. Понятно. Где там наши... одинокие поляки, вот. Мы их сейчас сюда закинем и захватим Ирландию. Одним отрядом. Просто там зайдем и заберем. Кстати, ребята, актуальная рыбацкая, пейте вино. Мы мирно вакировали без особых этих Испания. А ты? Добрый вечер. Не хочешь присоединиться к нашей империи? Ну так. Просто спросил. Я же так просто поинтересовался. Где ж ты? Это сюда спрыгивай. Ты вот сюда. Ты. О, можно. Тут все по красоте. Можно будет тут высадиться. Значит, как мы сделаем? Сюда высадится один отряд. Так. На столицу сразу 2 отряда, ну точнее 4 отряда, здесь 2 отряда, здесь 1 отряд. Все, то есть наша молниеносная операция Blitzkrieg должна, короче, быстренько, точнее операция со скрипти-ски, быстро должна все порешать, абсолютно, очень быстро. Очень быстро.
Тут что-то какое-то нагромождение какое-то. Кстати, они могут ударить по моему новому дому. Вот еще тут у меня отряд есть. А вот что? А я тут заряженный хлопец. Вот так вот как-то. Завершаем ход. В принципе, наши войска уже на позициях. Сейчас нужно будет только укрепить новоприобретенные территории. И будет шикарно. Ремонт, да, построено хорошо. Командир. Новый командир. Выходи и с собой пацанов вот этих забери. Ик. Ик. Ну и вот этих, ладно, так и быть. Тоже серьезно, ребята, поэтому. Ну, те пока все пусть остаются. Кстати, мы уже в мирное время на грани того, что еда начнет ебашить минус. Уже. Ладно, ребят, на этом, наверное, все. Следующее видео официально объявляем финальным. А в следующем видео мы закончим прохождение Империя Глории за Россию на высоком уровне сложности. С вами был Росси. Всем пока. До скорых встреч. Да, кстати, это был канал Роли Гейм Онлайн.